В Волгоградскую область прибыли официальные лица посольств арабских стран, которые сегодня обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества с губернатором региона. Планируется, что гости проведут здесь несколько дней и встретятся с иностранными студентами волгоградских вузов. Официальные делегации прибыли в наш регион для участия в неделе арабской культуры в Волгограде. Свой визит в область гости начали с посещения памятных мест и возложения цветов у храма всех святых на Мамаевом кургане. Гости признаются, отрадно, что данное мероприятие совпадает с празднованием Победы. Ведь именно здесь, в Волгограде, был нанесен смертельный удар по врагу, и мир не должен забывать такой подвиг и противостоять всякому проявлению фашизма в настоящее время. Волгоградская земля гостеприимная, подчеркнул глава региона, и сегодня областные власти намерены проводить работу по укреплению дружеских культурных и экономических связей с арабскими странами. Мы рады видеть наших друзей, обмениваться нашими взаимоотношениями в рамках культурных связей, экономических связей и просто готовы дружить. Вы находитесь в сердце России, в сердце патриотическом. Известен Сталинград, известен всему миру. Именно здесь был сломлен хребет фашистам. Теперь такая же задача стоит уже перед нами, потомками поколения победителей, сделать так, чтобы искоренить это зло, как международный терроризм. Сегодня в Сирии обострена ситуация. Государство находится в военном положении, и, по словам чрезвычайного посла, стране нужна всяческая поддержка. И отрадно то, что Россия на такие просьбы откликается. Мы считаем, что мы не только друзья, но мы и союзники. Террористическая война против Сирии, которая прошла уже 4 года. Надеемся, что она скоро закончится. Я приглашаю всех российских предпринимателей и волгоградских предпринимателей, чтобы они помогли нам с строительством страны. Кстати, в рамках культурной программы прибывшие гости также намерены встретиться со студентами из арабских стран.